Короче, что произошло? Вот видите, машина крутится, темная. Вот поехала, хоп. Это, ребята, мы стояли здесь трое суток. Ну, не трое суток, часов 25. Вот, ехали сюда, конечно, где-то двое суток. И стояли часов 25, вот. И мы сейчас приняли решение, что на машине нам не доехать. Чтобы доехать на машине до таможни, нужно примерно неделю. Неделю, понимаете? Вот. А тут как бы есть семейство, которое вряд ли хочет ждать здесь неделю. Поэтому было принято коллективное решение пойти пешком на границу пешочком. Вот, и там ее пересечь. Это будет более правильно, я там только что был. Это реально сделать, чем сидеть в машине неделю и без толку, потому что меня и Сашиного папу все равно не пустят. Поэтому смысл сидеть неделю. Поэтому, грубо говоря, сутки потеряны. Но ничего, зато все живые и вроде как веселые. А так, что еще можно сказать? Илюха, два хуя, трюха, остается за главного. Это сними маму. Семейство. Что? Сними маму мою. Маму? Мама, вот, кстати, Саша. Сашка, ты что ржешь? Теперь она будет популярной. Да какой там популярной она будет? Короче, ребят, ну потом скажу всю информацию, пока вот так. Мне пришлось, кстати, только что форматировать флешку. Я не знаю, что-то она перестала работать. Пишет ошибка. Ошибка. Я попробовал через картридер скинуть файлы на ноутбук, но ошибка. Вся жизнь — это война, это сплошная ошибка. Ну, ничего. Прорвемся. Эй, не ссыте в кочерышку. Сах. Да, не ссыте в кочерышку. Что ты скажешь моим подписчикам? Всем мира. И все. Что я могу сейчас сказать? Так, а что мы? Идем с Сашкой, значит, с Сашкой. Куча народу идет с нами. Идем на таможню. Саш, на какую таможню, в какую страну? В Румынию. В Румынию. Вот, мы идем на таможню в Румынию. А с какого города мы едем? С Черкас. Черновцы. Правильно. То есть мы идем с города Черновцы на Румынию. Здесь есть точка пропуска на Румынию. То есть это, на мой взгляд, был самый лучший выбор. На самом деле он так и есть. То есть на границе с Польшей есть информация, что народу просто немерено, что там намного тяжелее попасть, намного тяжелее пройти, что там более, еще больше людей. Ну, как бы война — дело такое, дело суровое. Все хотят жить. Да, Саха? Mm-hmm. Ты жить хочешь? Да, конечно. А чтобы я тебя поцеловал, хочешь? Да. Абдул? Да. Ладно. Да? Нормально, Сашка все хочет. Короче, смотрите, иду, тут такая собачка красивая сидит. Собачка, привет! Как дела, собачка? Пойдем. Хорошая собачка, красивая. Такая стоит. Охраняет семью. Короче, как видите, люди просто убирают, ходят по полям. Обычные пацаны. Маленькие пацаны просто ходят и убирают. Молодцы. Люди суетятся, все в пробках. Они просто помогают. Просто ходят, видите, грязно все. А они просто прибирают. Это бесплатно делают. Если что. Просто для того, чтобы поддерживать порядок, чистоту в нашей стране. Вот здесь находится граница. Вот мы заходим на границу. Здесь снимать нельзя. Ну, мне похуй, я чуть-чуть засниму. Надеюсь, все будет нормально. Вот Сашка со мной, Илюха. Мы почти на границе. Сейчас, надеюсь, они пройдут, а я останусь или сам, или Сашиным папой. Вот так вот. Сейчас подсниму с крысы немножечко материала, посмотрим.
там, на севере. Сейчас дальше доскрайтесь. Да. Сейчас еще это, еще я попаду зараз на ту сторону. Я дам вам помогу, если вы будете что-то не знать. Еще это, еще это. Я не уверен. Если вы попадете, то я помогу вам немножко, чтобы у вас это поставить. Как вы попадете? Там же? Нет, мы не родинский паспорт. Ну так. Нет. Peace. Love. He said love. Mm-hmm. Хорошо, снял для а мама тут лежала. Зараз ці підуть пішком, не переживай. А не тато не їде. Де скажуть, там висить. Що? Зараз пускають перш. Да не тут чуть-чуть пройти. Ну, пройдіть, просто туди йдіть вперед, станьте почву, і все. Вот туда идите, будьте ближе к почве, идите, не бойтесь. Пішов, цей забирай. Thank you.
автомобили. В общем, посадили мы всех. Они поехали на автобусе, я там немножечко подснял. Я думаю, этот материал вы увидите, который я заснял. В общем, сели на автобус, там запихнули как консервную банку всех, там все вместе. Там мама Ирина, Саша и сын Илья. Короче, все вроде поехали, все в порядке. Мы на связи, я думаю, ну их пропустят за границу по-любому, потому что там, ну, две девушки и как бы пацан. Поэтому без проблем все должны пройти. Вот это территория таможни. Ребят, рекомендую, если, ну, вам реально есть 18 и вам нету 60, ну, шансов прям поехать там на машине, простоять в очереди, все это бессмысленно. Ну, вообще, не тратьте на это время. Вы можете попробовать, но для этого вам не надо машина. Просто едете сюда на автобусе, и идете пешком и проявляете настойчивость. То есть попробуйте там в автобус залезть, чтобы вас не заметили, там, я не знаю, ну, надо настойчивость. По-другому никак. Из вас тут никто не побьет, ничего не будет с вами. Не остановились там почти полный. Да я уверен, что все подберут. Я ж приехал. Да, приехал. Я же также приехал к вам. Туда. Смотрите, меня бесплатно кормят. Гречку. С мясом. Просто так. Бесплатно. Представляете? Во имя, если там делаем. Почта. Да, один, положите, пожалуйста. Чаечек. Короче, хотел показать, что у меня в меню. Вот, смотрите, это моя еда. Мне это дали бесплатно. И это не волонтеры. Это просто Западная Украина. Люди просто так приехали сюда, потратили свое время целый день. Несмотря на то, что у нас в Украине война, продуктов мало, в магазине еды мало. Они сюда ее взяли, принесли и просто дают бесплатно. Это даже не волонтеры. Обычные люди, которые живут недалеко от таможни или в городе. Просто ездят сюда и кормят народ. Хорошо. В общем, все нормально. Шкафчик есть, вот очередь, палаточка. А вот эта очередь, которая идет, я не знаю, километров 50. Очень долго идет. Смотрите, короче, ребята, знаете, что это? Это макошка. Макошка. Представляете, даже здесь, на Западе, знают, что такое макошка. Это отличный напиток. Макошка, макошина. Нормальные пацаны, как вы знаете, ложат 2 пакетика макошки на 200 литров, миллилитров воды. Ага, давай. Хорошо, давай я тут, Вов. Короче, показываю вам немножечко очереди вдоль границы. Вот, чтобы вы просто немножечко понимали, что такое очередь. Чтобы вы знали, вот эта очередь движется со скоростью улитки. То есть мы за ночь примерно проехали 200 метров. Видите, вроде как, ну, едь себе, да, в очередь и все. Так, у нас тут проблесковые маячки. Пропускать надо. Вот такие вот очередя. Вот, и она просто не движется, видите, просто стоит. Вообще не движется. Еще ни одна машинка не тронулась. Чтобы вы понимали просто, какие очередя на таможне. Сейчас подождем, пока хоть одна машинка двинется. Тогда будет ясно и понятно, как двигается очередь. Пока никто не двигается. Вообще. Стоят. Одна спереди трогается, там дает корпус один. И сразу за ней идут все остальные. Походу они так и не тронутся. Ну вот так вот. Хотел показать вам начало очереди. Вот она. Я не знаю, сколько я проехал. Но проехал я прям очень. То есть очередь просто, ну, я так думаю, дней на 20, на 30. Мне кажется, война быстрее закончится, чем если ты честно будешь ехать, стоять в очереди, всех пропускать. Окей, все нормально.